Сегодня мы приготовим рыбу. С вами канал «Просто и полезно». У нас есть икра рыбная. Мы добавили сюда манки, соль, перец по вкусу, немножко соды. Манка разбухла. И поджариваем икорные котлетки. Обжариваем с одной стороны, переворачиваем на другую сторону. Столовой ложечкой выкладываем котлеты на разогретую сковороду с растительным маслом. Котлетки и корни готовы. Теперь будем поджаривать рыбу. Мы рыбу помыли, почистили, порезали кусочками, поперчили, посолили. Положили в кулек целлофановой муки и кладем рыбу туда. Потом ее обмакнули в муке, она обмакнулась равномерно. А теперь будем поджаривать кусочки на сковороде. Наливаем растительное масло, разогреваем сковороду и выкладываем кусочки рыбы. Рыба у нас речная. Тем временем почистили лук, морковь. Морковь натираем на крупной терке, а лук режем мелкими кубиками. Thank you.
кладем лук, поджариваем лук на сковороде, натираем морковь. Лук становится мягкий. Выкладываем морковь. Поджариваем вместе с луком, пока морковь станет мягкой. Добавляем томатную пасту или же домашние помидоры у нас. Солим, перчим по вкусу. Ложим соль, сахар, перец черный молотый. Лавровый лист положим. Поджариваем. Немножко подтушиваем и доливаем воды горячей. Обязательно пробуем. Все на вкус делаем, на свой вкус. Доливаем воды. Ложим лавровый лист. И немножко подтушиваем. Немножко, пару минут. Подлива готова для рыбы. Прямо в сковороду выкладываем рыбку. Поджаренную нашу. В одну сторону выкладываем. Теперь прикрываем морковью, луком. Освобождаем вторую сторону сковороды и выкладываем оставшуюся рыбку. Можно поместить в любую другую посуду. Сначала положить подливы, потом выложить рыбку ряд и сверху опять подливой прикрыть. Мы же в одной сковороде делаем это. Прикрываем подливой. Выложим нашу рыбу, прикрываем крышкой и тушим на медленном огне в течение получаса. Этого достаточно. Рыба готова, рыба жареная готова. Рыба готова. Ложим на тарелку и подаем к столу. Очень вкусно на соль, на кислоту подлива, на сахар. Все очень вкусно. Готовьте такую рыбу в томатном соусе, подливой с такой. Будьте здоровы! С вами был канал «Просто и полезно». Подписывайтесь. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Пока. И корные котлетки, и рыба в томатном соусе готова. До новых встреч.